студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Понедельник на предстоящей неделе в плане погоды был самым комфортным. В остальные дни температура ожидается стабильно высокая – 27-30 выше нуля. И без дождей. Генератор жары – южный антициклон, который начинает занимать весь центр европейской части страны. А самое горячее время, согласно прогнозам, нам предстоит пережить в субботу. Завтра же в Старомосковье Губкине днем плюс 28-30, ночью 18-22. ОФ-индекс 15 августа высокий – 7 единиц. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Давление 752-754 миллиметра. Магнитное поле спокойное. Рассвет в 5.13, закат в 19.52.